торгово-развлекательном комплексе «Корстон» прошел первый международный форум образования России. Современные образовательные процессы динамично развиваются, именно поэтому необходимо идти в ногу со временем. Для этого и организован форум. Он объединил всех тех, кому интересны новые образовательные технологии. С приветственным словом выступил и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Мы давно обсуждали необходимость создания в республике международной площадки для обмена опытом и привлечения лучших практик в управлении в сфере образования. Я очень надеюсь, что эта площадка всем нам понравится, и мы будем ее проводить ежегодно. На форуме обсуждались вопросы качества дошкольного, школьного и высшего образования. О роли университета рассказал и ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Университеты всегда были востребованы в разное время по-разному, но в основном, вот много сегодня говорилось о человеческом капитале, о формировании человеческого капитала. Понятно, что все это начинается в школе, а дальше доформируется уже в высших учебных заведениях, которые мы сегодня представляем, в наших университетах. Если говорить о востребованности Казанского федерального, то лучше всего об этом скажут высокие показатели международных рейтингов. Университеты всегда выполняли важную социальную функцию. Но не стоит забывать, что формирование человеческого капитала начинается еще со школьного образования. В рамках форума прошел и осмотр экспозиции выставки новых образовательных технологий. Форум продлится до 4 марта. На более чем 30 секциях продолжат свое обсуждение участники форума. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.